Куда он пошел, кстати? Охранник! Нету его, ладно. Ладно. Ой, где он? Обосрался! На канале Заруба ТВ ты сможешь найти прохождение самых топовых игр Battlefield, Watch Dogs и многое другое. Также на канале проходит очень много конкурсов. Чтобы узнать подробности, заходи и подписывайся. Ссылочка будет в описании. Ой, не знаю, какой раз я уже переезжаю. Что-то мне с соседами не очень так везет. А в этот раз... Так, ёханый баба, это еще что за... Это вообще дом или что? Нет, походу какой-то ресторан. А, ну ладно, проголодаюсь, значит пойду туда похаваю. А, вот, да, вот, ага, вот начальник, вот менеджер этого ресторана. Ладно, еще наведаюсь туда, посмотрю, что у них там за пицца хорошая, нехорошая. А то в этом городе вообще пожрать просто нечего. Ладно, еще сейчас туда пойду. Ой, ладно, сейчас попробую еще там за пицца. Пицца, а ну давай открывай, я даже не знаю, сосед ты или начальник, а ну давай ресторан этого открывай. Ай, кто там пришел? Да, там... да посетителей давай встречай. Да, привет, посетитель, привет. А, да. А что у тебя, кафешка какая-то, что-то вообще продают, а? Кафешка закрыта, заходите в другой раз, заходите в другой раз. В смысле в другой раз? Я жрать хочу. Я говорю же, вот закрыто, видишь, деревяшки, видишь, закрыто, ремонт. Ну, а как соседу можешь там что-то похавать, там одолжишь. А, кстати, а чё ты мне кого-то напоминаешь? А кто ты вообще такой, а? Что за костюм? Да, это, знаешь, я охранник, а вырядился просто в костюм из игры такой, знаешь, Five Nights at Freddy's называется. ФНАФ! А, да, прикольно. Я думаю, то, что многие играли вот эту игру, ФНАФ. Да, мне кажется, кто играл в эту игру, должен прямо сейчас лайк поставить, кто любит, да. Да, конечно, ФНАФ, за ФНАФ нужно лайк ставить, да. А, это у вас какая-то тут тематическая вечеринка, да, вот ФНАФ, да? Что-то такое, или... Да, кафе закрыто, все, заходи в следующий раз, я пошел. Ну, пожалуйста. Ну, ты не видишь, что ли, я тут охранником работаю, мне нельзя никого впускать. Все, заходи в следующий раз. Ладно, в следующий раз. Конечно. Так, странный какой-то охранник. Говорит, охранник, а сам вырядился аниматроником. Нужно что-то тут разузнать, увидеть. А ну, давай, открывай, охранник или кто-то там. Давай. Да что вам надо? Опять ты, ну что тебе надо? Что тебе надо? Охранник, ты подозрительный какой-то, мне кажется, ментура нужно вызвать. Ты говоришь охранник, но вот вырядился в кого? Какой-то аниматроника, подскажи. Да, не важно. Ладно, проходи без лишних вопросов, да. Быстрее. Нифига себе, прикольная кафешка, вы что тут делаете? Да, закрыто, тут это... Странные там вещи творились, меня тут охранником заставили работать. Подожди, ты говорил, что тут ремонта, тут ничего нету, все так симпатично, все так прикольно. Да, это просто так кажется. Ну ладно, кафешка, кажется, ну нужно разузнать, вдруг ты меня обманываешь, а? Вот хочешь, поесть хочешь? Да, поесть бы хотел. Вот покажи, чем тут славится ваша кафешка. Ну тут, в принципе, тут много всего, я, честно, не готовил, может поесть то, что вот осталось там, может... А пиццы нету, это ж пиццерия вроде. Ну вот там вот вроде пицца сырная есть, хочешь пиццу сырную? Она, правда, обглоданная маленько, вот. Ой, не-не-не. Четыре сыра называется. Нет, ты уже, наверное, ее там похавал немного, не хочу. Вот это печеньки, хлебушек, а курочку хочу, курочку. Ну, ешь курочку, ешь все, что хочешь, но главное, мне не мешай и быстрее. Цыпленок? Да, цыпленок ты похав. Цыпленок, он... А чё она просроченная, а? Я же говорю, я тут охранник давно, это вот уже никто не появляется, вот и... А сколько вообще-то кафешка закрыта уже, а? Вот за недельки так, наверное, три. А чё? Ремонта же нету, что тут вообще такое? Да, неважно, я не знаю, я говорю, охранником работаю, тупые владельцы закрыли, я тут теперь... Ой, ты ладно, сейчас подожди немного, ёханый баба, чем ты меня накормил-то? Ай, понос! Я же говорил, это просроченная маленько. Ой, как мне тоже прихватило! А ну, сосед, вылезай отсюда быстро! Да, быстрее проваливай! Быстрее проваливай! Меня там пучит, а ты... Так, еще кто такие? Ты где там? Сосед, а ну иди сюда! Какой тебе сосед, я охранник! Я чуть штаны не намочил, это что такое?
Ой, да это для детей страшилки. Да, какие для детей? Чтобы дети аутистами стали? Какие для детей? Я чуть не обосрался, взрослый мужик, а тут дети на вот это смотрят. Да, им нравится, вот, да. Ой, дети. Да ладно, ладно, ладно. А, кстати, вот ты же говорил про игру FNAF, да, FNAF? Вот, да, я вроде помню ее, и там было намного больше аниматроников. Вроде трое, а где третий аниматроник? Вот тут он должен быть, вот тут вроде где-то стоять. Ух, да, знаешь, они сумасшедшие, это же роботы, они пошли куда-то, не знаю, вот. Ну ты ж тут охранник, ты за всем должен следить, где третий аниматроник, а? Ой, знаешь, я тут балду гоняю, ничего не делаю, я не знаю, где эти аниматроники, ничего не знаю. Конечно, конечно. Вот смотри, охранник, да? Как тебя зовут? Охранник... Меня Бонни? Бурбон. Так, Бурбон, смотри. А вот это что такое? Вот не первую камеру замечаю. Это я что, я охранник же, сижу тут за всеми комнатами. И чё, он видел кого-то, а? Кто тут? Да не, я говорю, балду гоняю, ничего не видел. Ладно, дебила, месяц тут ходит, ничего не делает, балду гоняет, еще зарплату получает. Ладно, Бурбон, пошли. А, вот это, вот тут дети, да, играются? Вот тут, да, качалочки, прикольно. Да, вот покачаться. А тут день рождения у кого-то было, вы что тут отмечали? Вот много всяких... Да, вкусненький был день рождения, да. А вот тут что, тут еще одна детская комната? Ой, там ничего нет, Ниндзя, ты уже не проходи. У меня, кстати, смотри, Бурбон, что я нашел, тут... О, офиг! Вот где дети! Вот где дети! Так, Бурбон. Бон, да, тут это игрушки. Какие игрушки? Так, а тут... Ты смотри, какие они маленькие, это игрушки. А это что? Голова аниматроника? Не, это игрушки. Какие игрушки? Вот кровяка вот настоящая. Тут везде шарики, краска. Конечно, вот шарики. Дети тут игрались, кто-то закукошил просто. Это не игрушки, Бурбон. А вот, кто это такие рассказывает? Эту ментуру пойду позову. Ой, ладно, сосед, ты меня раскусил. Я ж тебе говорил, в этом месте происходят какие-то странные вещи. Я вот замечаю, что эти аниматроники себя очень странно ведут, и они, наверное, вот это все и сделали. Аниматроники себя странно ведут. Ты понимаешь, ты в игру какую-то переиграл? Никакие аниматроники, в жизни аниматроников не бывает. Это ты их убил, манечина проклятая! Да не, я говорю, я же охранник, я же не балду гоняю, я слежу за всеми по камерам, там они ходят все время, вот. И когда их убили, такой вопросик? Вчера? Да, не знаю. Вчера? Не, давно убили. Когда? Не знаю, неделю как... назад? Ну, может быть, там две. Если ты говоришь, что ты три недели тут наблюдаешь, ничего не было, так кто же их убил тогда, а, Бурбон? Да, говорю же, аниматроники сумасшедшие какие-то, конечно, что не знаю. Да, что, да, давай да, ты это, не будешь задавать лишних вопросов и просто сваливай. Я и так сваливаю уже. Ну, давай, все, пока. Ой, что-то мне не нравится вот этот охранник, да, рассказывает мне там то, что он следит уже три недели, да, ничего не видит, а говорит то, что неделю назад детей угрохали. Да, конечно, не нравится мне все вот это, очень не нравится. Наверное, это он угрохал всех, а не какой-то там охранники, аниматроники. Решил мне мозги запудрить, аниматроники ожили. Да, ладно, все, нужно еще раз будет туда пойти и выяснить все. Так, все, нужно посмотреть, кто там, где там, что он там ходит, бродит, этот охранник. Так, как мне... Так, ладно. О, кстати. А где охранник, а? Опять кого-то там режет. Охранник! Что ты меня так пугаешь? Что ты меня так пугаешь? Ой. Что, там ничего нет, Это место для охранника, не для тебя, нельзя, туда нельзя. В смысле для охранника? А что там такое, а? Что там да, такое? Там нельзя, я говорю же, это секретное место. Не, место для охранника. А, вот твой кабинет, да, где ты там следишь за всем вот этим, да? Не, кабинет находится в другом месте. Это там гонорары начальника. Врёшь, а ну давай покажи, где кабинет находится. Кабинет. Только ты осторожней. Осторожней, малыш, тут творятся разные страшные вещи. Видишь пугало? Я вижу пугало, и тут еще одну пугало вижу. Вот, смотри, это что такое? Это пугало. Пойдем. Пойдем. Точно пугало? Да, смотри, паук есть. Ой, не люблю пауков. О, прикольно, вот это прикольно, да.
Какой-то... Ты будь осторожен, твои... твоими статьями еще на месте пока что. Кого мои на месте? Да пойдем, я просто пугаю, просто угораю, пойдем. Охранник, тебе тут, мне кажется, от одиночества уже вообще крышу сорвало, пугает он меня. Ладно. Да, смейся, пока можешь. Кого? Да, я угораю. Я охренеть, ты шутник просто. Это что, кишки, да, там поугараем? Кишки, наверное, да? Да, а ты это, не хочешь побыть охранником? Я просто... О, я кроссворд не разгадываю. Да давай, садись тут в компьютер, может, поиграть. Ну ладно, если в компьютер, да. В Майнкрафт. Да? Я сейчас приду. А куда ты? Да, я погулять. А, ну ладно, давай. Компьютер горит. Так, кишки всякие, там, головы там. Куда он пошел, кстати? Охранник! Нету его, ладно. Ладно. Ой, где он? Обосрался. Ой, охранник. Какой себя охранник, ой, боже. Конечно, обосрался. Ты вообще даун или что? Я вообще не знаю, что со мной. Что я вообще чувствую? Охранник, ты вообще с ума сошел, а? Офигеть, я обосрался. Собачок, что ты даже не понимаешь? Да, окей, что у тебя тут? Ладно, охранник, что-то мне как-то стрёмно уже тут на твоем месте, дебил. А тут... Не, что, не хочешь еще посидеть? Не. Вот сейчас... А может тут тоже, кстати, кто-то есть? Сейчас кто-то выпрыгнет отсюда? Ну ты посиди вот тут. Есть там кто-то? Да, там куча монстров. Ладно, все, пошел я отсюда, охранник. Пойду, знаешь, куда пойду? Да давай, посиди, да есть охранник, Я пойду в твой второй кабинет, мне все же интересно, что там такое. Ты проваливай отсюда, вообще проваливай. Да почему проваливай? Сказал проваливай. Ну не смей вообще туда даже смотреть. Опять там дети мертвые, да? Вон, пошел отсюда. Пошел. Я еще вернусь. А, тупой охранник. Думает, я его не раскусил. Ага. Сейчас. Говорит, нету там ничего, да, в этом секретном месте. Ага. Тоже там кто-то, дети какие-то мертвые или какие-то секреты. Мне просто интересно, где аниматроники. Он говорит про каких-то аниматроников, там никого нету. Ну сейчас я разберусь. Сейчас увижу, что там и ментуру вызову. Так. Что за страшная комната такая? Охренеть. Так, ладно. Ну что, привет, соседик, привет, знакомься, это Фредди. Какой Фредди? А ты кто такой, охранник? Бурбон, это ты? Ты искал охранника, ну иди сюда, хочешь охранника? А вот он, охранник. Хочешь, а вот... А ты кто такой? А что, не хочешь? Может, охранником хочешь поработать? Не хочу! Не хочу, нет! А детей хочешь? Хочешь детей? Смотри, тут дети лежат всякие. Так это не кукла. Это ты их убил, Бурбон? Или как тебя называют? Да, в это время я был зловещим аниматроником Бонни. И, к сожалению, ты слишком много знаешь, соседушка. Я не знаю, я ничего не знаю, у меня амнезия, я ничего не знаю. Что ты знаешь? Ну что, отправляйся в клетку к охраннику.